Здравствуйте, дорогие мои друзья! Спасибо, что остаетесь со мной, что смотрите мой персональный блог Beauty for Any Age, где я делюсь нужной и полезной информацией о том, чем пользуюсь я, My Daily Supplement, и кто-то может для себя возьмет все то, что ему очень подойдет для его организма, для его кожи, для его тела. И сегодня я бы хотела рассказать о очень одном интересном продукте, который, в общем-то, я не знаю, он очень спорный, я не знаю, как вы к этому относитесь. Я бы хотела вам показать, это hemp oil. Вот как вы к нему относитесь? В последнее время очень много о нем говорят, о нем много пишут, есть какие-то противоречивые, наверное, разногласия о хемпе. Кто-то считает, что это полезно, кто-то считает, что это не полезно. Но, в общем, это в Америке уже это масло, оно под законом, оно выпускается. И ученые нашли очень-очень много нужных и полезных веществ, то для, если вы употребляете hemp oil, то есть вы получите очень много бенефитов от этого, которые я очень тоже стала интересоваться этой темой, стала читать, стала искать различные бренды, и вот что я увидела, какие бенефиты от этого масла, которые действительно вам помогут улучшить ваше здоровье и улучшить состояние, может быть, возможно, вашей кожи, возможно, вашего тела. Во-первых, для чего очень хорошо hemp oil, это оно убирает какую-либо боль. Есть люди, у которых хронические заболевания, которые мучаются, там, у кого-то артрит, у кого-то, там, может быть, подагра, у кого-то еще какие-то заболевания. Люди, которые действительно претерпевает какую-то сильную боль, вот, hemp oil, он очень хорошо вот, убирает этот, эту боль, снимает. А потом очень хорошо делится, борется с какими-то депрессиями и с какими-то, убирает вообще какую-то нервозность, неуверенность и борется с депрессиями. Вот я, допустим, я употребляю это масло, hemp oil стал употреблять, я одно время очень плохо засыпала, вот не могла заснуть, постоянно о чем-то думала, постоянно в голове какие-то мысли были, вот с того момента, когда я стала употреблять hemp oil, я, в общем-то, очень хорошо засыпаю, вот у меня успокаивается нервная система, и даже в течение дня, когда я делаю какие-то свои дела, даже если какие-то возникают проблемы с клиентами или с каким-то с каким-то непредвиденными обстоятельствами, в общем-то, я все это решаю с легкостью и с улыбкой, стараюсь, в общем, как-то не очень-то нервничать, конечно, должен быть в первую очередь контроль над собой, вот, но это масло как бы помогает вот с какими-то определенными нервозными состояниями, вот, потом что очень важно, он улучшает масло, это улучшает концентрацию и внимание, то есть если что-то умственную концентрацию и умственное такое вот внимание, то есть вы, если какая-то у вас физическая работа, не физическая, а умственная работа, да, если вам что-то очень много там за компьютером вы работаете или что-то еще, что-то вам, какие-то проекты вы решаете, то это масло, тоже несколько капель, оно как бы улучшит ваш концентрацию, вот, и очень хорошо делает защитную функцию для вашего мозга, понимаете, вот, обладает очень хорошей защитной функцией и борется с такими заболеваниями, даже как Альцгеймер и Паркинсон, вот, это, вы знаете, это очень плохие два заболевания, Альцгеймер, это когда человек теряет вообще память, человек теряет рассудок, ум и превращается в овощ, и не знает, что он и где он, и другая болезнь Паркинсона, это когда у вас руки трясутся, да, какие-то там движения, то, что человек не может просто даже стакан воды взять сам. Вот, поэтому это масло как бы тоже, оно предохраняет и защищает. А это, мы знаем, это все заболевания вашей нервной системы, заболевания вашего мозга, заболевания вашего нервной системы. То есть, если вы постепенно-постепенно будете накапливать и успокаиваться, будете отходить от каких-то депрессий, каких-то нервных состояний, естественно, вам как бы это не будет грозить, эти болезни. И потом, если вы будете улучшать концентрацию своего мозга, то это тоже как бы это очень хорошо помогает. Вот. Потом это масло очень хорошо улучшает
холестерол в крови, да, как бы он нормализует, так сказать, холестерол в крови и улучшает, нормализует кровяное давление. Также, если кто-то страдает высоким давлением, вот, допустим, у меня есть, было повышенное давление, сейчас как бы оно в норме, вот оно тоже, это очень хорошо. И это также масло очень богато такими витаминами, омега-3, 6 и 9, которые очень важно, нужно и полезно для нашего организма. Вот, вы представляете, сколько таких бенефитов, сколько всего хорошего вы можете получить от Hemp Oil. Конечно, оно не вызывает привыкания. Я его буквально по несколько капелечек ложу под язык утром и также несколько капель ложу под язык вечером. Вот. И я, допустим, для себя нахожу очень-очень много бенефитов, которые мне дает это масло. Вот. Я пробовала разные бренды, пробовала и подороже, пробовала и подешевле. Вот. И да, кстати, вот еще хотела забыла сказать, это масло также очень хорошо, у кого есть животные, да, питомцы кто-то, оно тоже успокаивает, чтобы, допустим, если собаки, чтобы они не были агрессивные, и тоже очень много дает бенефитов. Но опять-таки это надо изучать эту тему, это надо читать, это надо более глубже и находить все то, что для вас как бы будет приносить пользу. Вот, я очень много читала, я очень много изучала эту тоже тему, вот, начинала я начинала буквально по одной капельке, вот, и дальше вот то масло, которое я заказываю сейчас в данный момент, я его заказываю на Амазоне, мне, в общем-то, это нравится, этот бренд, оно такой немножечко с мятой получается, и, в общем-то, довольно-таки приятное. Вот буквально несколько, 2-3 капельки я ложу под язык, и засыпаю прекрасно, и чувствую себя хорошо в течение дня, и я надеюсь, что это все даст, вот все, что я вам перечислила до этого, да, это все даст положительный результат, и в первую очередь на мою нервную систему, вот, потому что работа у меня очень нервная, очень много стрессов бывает, вот, и как бы я хотела бы оставаться всегда в равновешенном состоянии, в общем-то, не нервничать, по каким-то пустякам не переживать, вот, я как бы для себя употребляю вот это масло. Но опять-таки, это мое личное, мои рекомендации, это то, что делаю я для себя, а уже вам решать, пожалуйста, делать это для себя или нет. Вот, вы изучите, если кто-то заинтересуется этой темой, то, конечно, у нас есть интернет, сейчас есть Google, можно загуглить, почитать очень много статей. Сейчас это масло, оно, в общем-то, продается везде, оно продается в аптеках, оно продается в частных аптеках, оно продается на сайтах, в интернете, то есть вы его можете купить везде, но опять-таки смотрите содержание, сколько содержания самого этого масла, сколько, как оно сделано, прочитайте об этой компании, хорошая ли компания, что они туда добавляют, чтобы не было каких-либо примесей, чтобы масло было чистое довольно-таки и вы могли его употреблять без всякого ущерба для вашего организма. Вот. Так что сегодня это вся информация, которую я хотела вам рассказать. Спасибо снова за просмотр, что вы всегда со мной. Я надеюсь, что эта информация вам как-то поможет, и вы для себя можете взять что-то, почерпать то, что будет хорошо и благоприятно действовать для вашего организма. Всем желаю хорошего, позитивного дня, хорошего настроения, оставайтесь без всяких депрессий, без всяких стрессов, пусть ваша жизнь будет легкой, гладкой, и всех-всех-всех вам благ. Вот, я желаю вам, самое главное, оставайтесь здоровыми и красивыми на долгие-долгие годы. Пока-пока.